Приморье сохраняется режим повышенной готовности. Продолжается работа административных комиссий. За прошедшие выходные в ней было задействовано более 1500 сотрудников Росгвардии и полиции. Составлено более 300 протоколов. Также продолжается контроль за иностранной рабочей силой, санитарно-эпидемиологического состояния на объектах торговли, бытового обслуживания. Собрание, которое проводилось в выходные, понятно, что люди устали сидеть дома, и в связи с солнечной погодой посещали скверы, парки и побережья. То количество людей, которое одновременно находилось без соблюдения масочного режима, без соблюдения дистанции, может обострить ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Прошу взять этот вопрос на контроль. Напомним, Приморье находится только на первом этапе снятия ограничительных мер. Губернатор Приморья заявил об усилении контроля за соблюдением санитарных правил приморцами. В местах, где оказываются услуги населению, в торговых местах, продовольственных, непродовольственных магазинах, на предприятиях там, бытового обслуживания, на предприятиях общественного транспорта, в общественном транспорте, соблюдались строго санитарные нормы. Первое и самое необходимое – это, конечно, соблюдение социальной дистанции. Особенно там, где массовое скопление людей. Проводить дезинфекцию подъездов, где проживают люди, находящиеся на самоизоляции или на карантине. Также губернатор поручил главам муниципальных образований к началу туристического сезона сформировать реестр пляжей, отдыхать на которых будет безопасно. Пока есть время, шаг за шагом постепенно провести мониторинг всех баз, всех пляжных мест. Мест для размещения палаточных городков на предмет их, во-первых, легализации, в первую очередь, второе, соблюдение санитарных норм и готовности, мы не говорим об открытии, и готовности к принятию туристического сезона. Для этого объектам необходимо проводить бесконтактную термометрию. Сотрудники должны быть протестированы и обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками. По словам главы региона, нельзя допустить, чтобы поток туристов со всего Приморья и из других регионов вызвал новые вспышки эпидемии. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом.